идея снять короткометражный фантастический фильм по рассказу Айзека Азимова «Хоровод» пришла в голову одному нашему другу. Впоследствии вокруг этой идеи объединилась большая команда юных профессионалов. Об идее этого проекта я узнал от Кирилла и предложил ему свою помощь в организации съемок. И, конечно, я ему сказал: «Кирилл, это обязательно нужно снимать, потому что это очень крутой проект». Мы выбрали именно этот рассказ, потому что он открывает весь сборник. А также Азимов впервые формулирует в нем свои три закона робототехники. Это прекрасная возможность не только экранизировать интересную историю, но и внести вклад в развитие этого жанра. Этот проект привлек много неравнодушных людей. И люди помогали во всем, от самых незначительных мелочей до строительства космической станции на старом заводе. Каждую нашу маленькую победу мы праздновали как великое событие, начиная от строительства первой стенки декорации, заканчивая готовым скафандром. Да, те задачи, те сложности, которые возникали перед нами, делали нас только сильнее и сплоченнее, так же, как и героев нашего фильма. Мы стали настоящей командой. На самом деле, мне, как режиссеру, осталось лишь следить за прекрасно отлаженным процессом. Актеры, большие молодцы, играли каждую сцену от начала до конца. Это обусловлено спецификой съемки. Слово о специфике. Весь материал записывался одновременно на 13 камер, в том числе от лица каждого из героев. Подобный подход к съемке позволит нам в итоге создать фильм-комикс посредством полиэкранной композиции. А в будущем мы хотим сделать хоровод интерактивным. Что касается самого фильма, то после его завершения мы планируем организовать закрытый показ и отправить наше кино на российские и зарубежные кинофестивали. Возможно, именно этот проект ляжет в основу экранизации всего сборника рассказов Айзека Азимова «Я робот». Каждый проект, который снимает студенческая команда, может потеряться или быть брошенным. Для меня важно, чтобы у этого проекта было логическое завершение. И для него началась новая жизнь. Мне кажется, что фантастика — это не про космос, не про другие планеты. Это в первую очередь про людей, про человеческое внутри нас. Айзек Азимов писал, что человечество достигло такой точки развития, когда мы не можем воевать, когда мы все должны дружить. И мне бы очень хотелось, чтобы этот проект нес именно такую мысль. Мы верим в свою работу и уверены, что представим и себя, и российский кинематограф в хорошем свете. Мы прошли уже очень длинный путь, и нам осталось сделать последний шаг. И для того, чтобы его сделать, нам нужна ваша поддержка. Поддержка неравнодушных к фантастике людей. Все собранные средства пойдут на завершающий этап – создание компьютерной графики. Рассказывайте о нас, следите за нами. И спасибо вам.